1500 нарушений ПДД, 43 нетрезвых водителя. Такова сводка дорожной полиции за минувшие выходные. В Пестяках пьяный за рулем сбил девочку-велосипедистку. В Кинешме еще один водитель совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП. Его разыскивают. В субботу в Приволжске пьяный мужчина без прав не справился с управлением, и машина съехала в кювет. Водитель и пассажир серьезно пострадали. После выписки из больницы автохама ждет административный штраф. На дорогах региона произошло 13 дорожных происшествий, в результате которых 15 человек получили травмы, один водитель погиб. 13 августа в 5:45 на 105-м километре автодороги М7, подъезд к городу Иваново, молодой человек 1996 года рождения, уроженец города Орла, управляя автомашиной ВАЗ-21099, совершил наезд на металлическое ограждение слева, после чего совершил съезд в правый кювет. В результате данного ДТП молодой человек скончался до приезда кареты скорой помощи. Обстоятельства ДТП устанавливаются.